Уникальную коллекцию современного искусства презентует Государственный художественный музей в Ханты-Мансийске. 12 тысяч экспонатов, ценнейших с точки зрения искусствоведения, передал в дар округу российский меценат Владимир Некрасов в рамках соглашения о сотрудничестве с Министерством культуры России и правительством Югры. Живопись, графика, световые инсталляции, а также скульптура и фарфор. Все эти предметы рассказывают о трансформации искусства 20 и 21 веков. От соцреализма до экспериментов пост-авангарда. Примечательно, что практически у каждого художника прослеживается отсылка к красному и черному квадрату Казимира Малевича. Только здесь квадрат как будто пытается выйти из плоскости, ищет новые формы через альтернативные материалы и даже математические формулы. Экспозиция настолько обширна, что заняла более 2000 квадратных метров выставочной площади, а на прием коллекции и подготовку залов у сотрудников музея ушло полгода. Коллекция крайне разнообразная, крайне обширная. И, собственно, несколько лет югорчан будут радовать новые выставочные проекты современного искусства. Тематические, концептуальные, возможно, спорные, но 100% интересные и достойные внимания наших жителей, ну и, собственно, всех гостей, которые приезжают в наш замечательный Ханты-Мансийск.